Так, так. Ой, опять ей лезть. Угу. Получается, он здесь и вылез. Угу. А вот она, эта комната. А, слушай, и точно. Следы тебе показывают как раз этого заключенного. Получается, да. Крысы. Крысы. Не помню, чтобы были крысы. Агрессивные? Фиг их знает. Надеюсь, нет. Это вот с этой стороны? По-моему, с этой. Есть. Лучше быть готовым, что он накинется. Не, ну она не подсвечивается, значит, не должна. Просто тебе здесь еще один кирпич дали. Зачем-то? Чтобы личинку убить. А-а-а! Вот куда мы пролезли. Черт, надо было осмотреться, наверное, там. Назад посмотреть. Сейчас, подождите. Просто в таких местах как раз обычно имеют привычку что-то ныкать. Но не в этот раз. Тут этого вентиля нет. Вентиля нет, мы сейчас развернем. Угу. Так, это мы почти добрались. Даже странно. Ну так вроде то место. То-то. Ну то есть, похоже. Идите к вышке. Стоять. Я думаю, что из-за нее пока побегаю. То есть этот звук ничего не значит. Это просто то, что она сканирует. Что она... Да, да, да. Барри же у нас справится, интересно, с одним врагом, если он издалека будет. О, травка. Что-то стрёмно как-то. По кустам лазить? Да. Так не лазь. Ты чего? Мне показалось, там что-то есть. Обрати внимание, он выключает фонарик. No. Sorry. It's all right. То есть свет влияет на стелс. Mm-hmm. Almost there. Still with me? Yeah. I have strong legs. Там догоняй давай. Ты еще здесь. Странный перевод. Перевод косячный немножко. Ну, главное, чтобы смысл был понятен, конечно. А, ну понятно, для чего дырка там была. Сейчас полезешь. Точно. Патроны, патроны. Зачем нам туда? А, там, наверное, что-то сныкано. Или мы здесь не пройдем? Давай сходим, может быть, там нычка какая-то. А тут след сюда идет, смотри. Да. Он сюда, видимо, сбегал и... Barry, it's locked. What do I do? You need to break the lock. See anything around there you can use? Кирпич вижу. Или что это там? Какой-то... Камень, да, просто? Да. Класс. Супер. Но. Это все хорошо. То есть мы здесь... Получается, а там мы здесь не сможем доста, пройти. Помнишь? А-а-а. Не перепрыгнуть. Точно. Да не. Все, понятно. Дай-ка я травку отдам Барри. Вот так. Окей. Ну так-то здесь пока никого нет. Пока. Это ты будь со мной, да? Там глаза такие на дереве были. А, это просто так, наверное, проглядывала тебе вышка. Показалось. Хотела сказать, как она голосовала. Странное место. О, песчинки. Я вижу, да. Как ты так криво кидаешь? Супер. Стоп, зачем я это сделал? Давай за него. Что? Что? А, понятно. Ух ты. То место смотреть надо, где арка была. Через верх, что ли? Вот по правую сторону туда. Да-да-да-да-да. Нет, подожди, там-то нет. Я думаю. Давай попробуем. Потом увидим. Не убьют же нас. Да. А что-то тут не так высоко. А что это такое? Что? Ну, пикало. Это нам задачу поставили. Найдите другой путь. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто это там такой шумный? Тьфу. Я думаю, что это торчит. Ну да, там что-то есть. Что-то очень странное. А что это такое вот это слева? Ну, просто что-то лежит. Жалко, у нас ничего такого нет. Ай, ай, ай. Это заключенный тот? Ой, поспадал, наверное. Магнул. Куда делся-то? Не понял. Сейчас Кремер будет. Угу. Понятно. Ох, не хочу я сюда заходить. Ладно, не зря. Я думаю, что теперь в домик надо зайти. Позади еще, посмотри, что там. А. Ага. Там кирпич. А, сейчас будете бегать здесь. Место располагает. Да. Кирпич взяла? Да, молодец. Патроны подкидывают. Угу. О, так и думал. Ну что, поехали. Почему-то я уверен. Hey. What's that? What's wrong? I think I saw something. Так, выбегаем нафиг. Открытое пространство. Хотя, может, это наоборот зря. Ему тоже есть смысл? В голову. В ногу. А у него вон нарост какой-то на ноге, ага. А! Тьфу ты. Фу. Нет, нормально. Фу. Я еще думала, взорвется. А я думал, он сейчас регенерирует и встанет и побежит опять. Самый страшный ужас резидентов. Регенерирующие. Это самый страшный ужас любой. Хоррор игры. Да-да-да. Dead Space. А то есть он тут не один такой? Получается так. Ну, ты с той стороны что туда погляди девочкой. Вниз. Подожди, нет, не вниз. То есть... А, кирпич. То есть все-таки открывать там? Или через эту дыру как-то? Открывать, я думаю. Понятно. Телефон. What was that thing? I don't know, honey. Let's keep our eyes peeled in case there's more. Я думал, опять личинка, ладно. Тарелки что-то давно не попадались. Тоже верно. не трава? Нет. О. А где? Там прожектор какой-то. Он без света есть не может. А что это там светилось? В дупле. Вот здесь. Странно. Показалось, как голубоватым здесь было. Вот, видишь? Просто отражается так. Кирпич, видимо, здесь лежит. Да нет. Да кирпич, наверное. Или просто свет так. Стрёмненько. Нас сюда заманивают. Ящик какой-то там, тоже непонятно. А, это... Это этот. Угу. Ага. Прям дорожка. Не пойду. Это слоник. Вон она. Дрянь. А, там, кстати, точку подсвечивают у нее. И в этот раз на руке смотри, да? О! На руке, да. Да, блин! Болтается, как сопля. Да. Какой-то он пассивный очень был. Странно. Но стрёмный. Вот он хаотично двигается. Угу. Противник попадешь. Как за нее переключаюсь, то какие-то сразу шорохи другие слышно. Подозрительно. Или это из-за него? Так, быстренько патронов подогнали. Я так думаю, что их вообще реально тут обойти. Но он тебя довольно далеко увидел. Не, ну я уже почти вплотную к нему подошел такой. Чуть ли не поздоровался. Ну, за них опыт дает. Да? Нет, разве? Не знаю. Вроде нигде не писали там про бонусные очки или что-то такое. На башке у него или где? Я не пойму. А, ему надо нанести какой-то урон, чтобы вылезла эта хрень. Получается. Так, переделывается. Офигеть! Ну и гадость. Куда тебя стрелять-то? Лучше по ногам, наверное. Он тогда ползает. Тоже стрёмно. Да он пипец. О, вылезла. Ай! А, да блин, зараза. Отступаем. Лечимся. Ай. Да не шевелись ты! Какой он мерзкий. Да. Тьфу на тебя. Ты живая? Пол леса обратно пробежали. Ну не пол леса. Что там, кирпич? Я думаю, да. Ну. Вот, слева, слева, слева. А. Ну ладно, патроны дали. Немножко. Ну, тоже неплохо все равно. Куда мы в итоге шли-то? Мы же, по-моему, или в эту сторону. Я уже заблудился. Вот, следующий. А, опять такой же. Там в левой руке, короче. Подожди, странно. Он, кстати, сразу подсвечивал, где у него пятно-то было. Да. В голове у него сначала. А, ну вот этот вырос, да? Есть. Опс. Опс. Ай. Да, блин. А! Она его кирпичом замочила. Молодец. Завидую. Я тоже хочу уметь. Не спорь с ней. Кирпичи кидать. А то в голову как. Получим. Надо бы кирпич найти еще. Где-то должен валяться по-любому. Там он что-то лежит. Ящик, ага. Много еще вылезать-то будет. Патронов нет. Ищи кирпич. Она у них у всех по-разному расположена, получается, так? Что именно? Ну, вот эта болевая точка. Да. Угу. Я видел до этого, что светилось, но как-то не придал этому особого значения. Ну, вот теперь. То есть, уж... вот, когда она видит, сразу видно, там на руке, там точка подсвечивается. Да, сразу понятно, куда стрелять надо. Угу. Маленькая ручка. Давайте ящик патронов. Хватит тебе. Нафига нам ваши рубины? Хочу пулемет, скажу, да, и много патронов. Для магнума можно. И можете все обилки себе оставить. Я надеюсь, все. Вы молодцы. О! Там это. Дрянь. Кирпич. Пять из шести. Ты фига-то забуксовал. Я думаю, где он там? Пистолетные. Магнума всегда были редкие патроны. раненый? А, нет. Ну, неужели пришли? Those freaks had some of the same symptoms as Ouroboros. Robo? It's a virus some bad people used in Africa a couple of years ago. The question is, how did it get out here? Похоже, но не совсем. То есть, получается, после пятой части. Да. А Барри у нас в Африке разве принимал участие? Я вот... Память у меня плохая. Нет, его там не было. Ну. Но это не значит, что он не в курсе. О. А Барри так не умеет. Да он, ты знаешь, кирпичом убивать этих не умеет. Может, мне за девочку бегать кирпичом сразу, куда надо попадать? Ты сначала попади, куда надо. По жукам-то иногда не с первого раза получается. По стоячим. Я хочу мощный нож. Или кирпич метр на метр, да? Чтоб сразу наверняка. Это тот самый. Беглец? А это какой? Если а это другой самый. Беглец. Мертвые? Они мертвые. Опа. На там голове. Внизу, да? Получается где-то. Да. Смотреть нельзя. Записка. Записка сбежавшего. Поверить не могу. Мне удалось выбраться живым. Не скажу, что целым, но живым. Я так и не могу осмыслить то, что там творилось. Нас пытались запугать. Нами забавлялись. Это было безумие. В лесу мне встретились какие-то ребята. Но мне они не поверили. Я их понимаю. Я бы сам себе не поверил. В конце концов, кто бы осмелился пойти против той, которая нас всех спасла? В одиночку мне не справиться. Я ходил к радиовышке. Чтобы вызвать помощь, но сигнал не проходит. Мы здесь совсем одни. Если не сообщить за пределы острова, нам конец. Она спасительница? Ну уж нет. Скорее, сам дьявол. Это... Угу. Про ту, которая... О. Далеко нам еще, да? До этой вышки? Или как? Где выход? Шкаф может подвинуть. Нет? Сюда мы пришли. Спрыгивать там, что ли, где замок сбили? Да не... Хотя... А похоже, так и есть. Да. Голова, да? Голова. Ну хорошо. Так он нас увидел или нет? А что за стрелочка, не пойму. О, двое! Что за стрелочка, действительно? Показывает, куда прятаться надо? Видимо. Смотрю, в разных местах у них точки болевые. А, в разных раз. А. Фиг запомнишь. Пока, я думаю, смысла нет запоминать. А, зажигательная бутылка. Можно попробовать кинуть, да? Да. Сгорите, сгорите все. Отлично. Фу, я думал, они на нас как газанули. Так они и газанули, но Слава богу, сгорели. Я сразу куда бежать? О, она с кирпичом уже. Они бамсы. И все. Слушай, это не тот сбежавший. Другой. А это тогда куда? Не понимаю. Похоже, здесь что-то отдельное. Может быть, сейчас найдем ту самую сбежавшую, получается. Кого сбежавшую? Ты? Или нет? Я что-то немножко запутался просто по этим записям. То ли там женщина та, у которой брат страдал, то ли они говорили про ту, которая по радио говорит, спасительница или нет. Я так поняла, про начальницу говорили. Угу. Мне тоже так кажется, но... Вопрос, куда? Туда или сюда? С другой стороны. А ящик куда приставлять? А поверху погляди. Его просто отодвинуть надо, там видишь дырка. Ага, понятно. Ну да, сюда вон следы идут. В эту дырку прям. Так, ну надо тоже там поддыркать. Обычно такие вещи не закрываются до конца. Высветится, да, просто? Опс. Так, все-таки туда надо было. А это мы куда пришли? Я думаю, это дальше, по сюжету. То есть там, видимо... Нычка какая-то. Да, посмотрим, ладно. Ну, хоть враги не появляются заново. Просто место тупиковое. Очень похоже, что тупиковое, да. Мне такие заранее написали заперто с другой стороны. Че, вернулись-то, да? Давай лезь. Ты куда? Ну ладно. Ну, трава. Открыть? А, может, он что-то может сделать? Странно. Вон наверху. Да. Подсадить, что ли, надо? Не пойму. Она, может залезть. А, там же этот... Ящик. Ящик, да. Грохнул бы шкаф на пол и все. Нет, у нас стелс. У тебя патронов почти не осталось, а ты говоришь стелс. Поэтому у нас стелс. Тихо. Не ржать. Атмосферное прохождение. Нет, не портит атмосферу. Мы почти пришли.